Юга Кулакутин, Александр Смирнов, Санкт-Петербург. Чемпионы России, чемпионы Европы, действующие и бронзовые призеры чемпионата мира. Юга Кулакутин мечтала попасть в группу Тамары Николаевны Смирновой, мечтала завоевать олимпийскую медаль и мечтает осуществиться через 4 года. Сочи осталось ждать совсем недолго. Ну а сейчас время короля льда. Je suis un oiseau.
эмоция? Волнуешься? Это что-то осужденное? Добрый вечер, друзья. Спасибо огромное за то, что вы здесь, вместе с нами. И вообще спасибо огромное за вашу поддержку. Будем еще вместе очень долго. И будем все вместе вот так сидеть и наслаждаться каждым катанием в Сочи. И, конечно, болеть за наших.